Ланцароте – самый восточный из островов, четвертый по величине на Канарском архипелаге в Испании. Иначе его называют островом огнепишущих гор, ведь на его территории умещается около 300 вулканов. Треть острова покрыта пеплом и бальзатом. Это последствия сильнейшего извержения сразу 30 вулканов, произошедшего в 1730 году и продолжавшегося 6 лет. Впечатление местной природы производит неизгладимое. Кажется, что растения чудом растут из сухой земли. Лансароте – остров-заповедник вулканов. Впечатляющие лунные пейзажи – его главная достопримечательность. Территория заповедника особо охраняемая. По застывшей лаве нельзя ходить. Здешние виды абсолютно марсианские. Пейзажи земных цветов. Полная безлюдность и никаких признаков жизни. Пожалуй, это самый необычный остров Канарского архипелага, способный не оставить равнодушным даже искушенного путешественника. Самые хорошие пляжи вы сможете найти на юге Лансароте. Именно там вода прозрачная, а песок белоснежный. И те пляжи сохранили свою первозданность. И все из-за того, что до этой бухты доехать очень непросто. Самые старые курорты острова Коста-Тегис и Пауэрто-дель-Кармен находятся в юго-восточной части острова. Те, кто любит просто поваляться под солнцем, не особенно любят эти места, поскольку тут дует сильный ветер, зато виндсерферы обожают эти районы. Что касается курорта Коста-Тегиса, то он расположен всего в 15 минутах от аэропорта. Достаточно молодым курортом является Плая Бланка. Именно на этом курорте красивейшие пляжи и великолепный сервис. Для тех, кто отдыхает с детьми, это идеальный вариант. Всем приятного отдыха! Подпишись на наш канал «Гуляй по миру» и получай новые интересные видео.